Краснодарский край, Северский район, станица Северская, улица Демьяна Бедного, 19, Никитенко Дмитрию Елисеевичу. Саратовская область, город Энгельс, Яцко, Алексей. 8 июня 1944 год. Здравствуй, дорогой друг Митька. Митька, прежде всего я сообщаю, что нахожусь в лагерях недалеко от города Энгельс, на берегу Волги. Митька, как ты знаешь, я уехал из госпиталя и попал в Пензу, на пересыльный пункт. Здесь несколько дней проездил командировку и ходил работать на заводы, после чего прошел комиссию, был признан годен к строевой. После чего я изъявил желание поступить в училище, которое было выполнено и направлено в город Энгельс. Приехавший в первое ленинградское училище, награжденное орденом Ленина и орденом Красной Звезды, проходил комиссию медицинскую, общеобразовательную и мандатную, после чего и был зачислен курсантом вышесказанного училища. Кормят так, как и в госпитале. Насчет одежды. Получил рабочее и выходное обмундирование. Выходное. Гимнастерка. Диагоналевые брюки. Чоботы. Картуз. Шпоры. Шаблю. Насчет учебы-то. Мы начали еще 1 июня. Митька, пиши, как ты доехал домой? Я писал в госпиталь, и мне ответили, что ты выехал домой. На этом я писать кончаю. Другом напишу больше. Писал твой друг Яцко.